Но сейчас остался. Что у нас сейчас осталось? Ну на ЦВК, блядь. А дальше куда? Плюс полчаса еще максимум, конечно. Дальше никуда, блядь. Тогда возьми шахты. Это дело не в этом. Там бонусики просто есть. А. ОД, блядь, получил нахуй. Ой, хуй его, как мне этот лог заебал, и то и все на него нахуй. А дамаг что-то не увеличивается, а уменьшается на пару. Напомните мне, когда ИП буду начислять, у меня этот. Я был друидом, у меня он связан с палом. Мне надо будет, чтобы я себе начислил на ДК. Он связан с престом. Ну, чтобы я двойной ИП не лутал на друида. В принципе, не должен забыть об этом. Сколько там чаров вообще? 4 в гильдии, у меня еще 5-й шаман. Без гильдии. Чего вы тут расселись? Пошли. Логаются. А думсет зайдет. А зачем тебе панцирь этот злобный? Выебил его. Сумки, наверное. 4500. Ну я смотрю, у меня 4500 написано. Так, в Мирике, значит, ориентируемся на квадрант. РДД кто там у нас? Мистер, пельмени не ловишь? Да нет. Значит, будешь РДД ориентировать, кружок тебе. Так, чё в кукле, кто будет сидеть? А, решайте там. Давай, Лингрен в кукле посидит. Чё там, домосед заходит, нет? А как ник вот? Чё там, домосед зайдёт, нет? Чё-то я хуй знает. Не писал ничего. Диси вообще. Ай, бля. Так. Ай, блядь. Может, свет ёбнул, хуй знает. Ладно. Есть там кто замена? Так. Нам осталось одно РБК. Вы стопой, что ли? Угу. Так вы сейчас в РБК? А вон везде. Вон и забыл. Так, я тогда в хила погнал опять. Смоньте пока его. Это не ебланьте там пельмени, не ловите. Кто с миликов там разбирается, поводит миликов? Вадикон, может? Или Седжу? А, рарник есть, хули. Вот тебе квадрат. Ой. Так, сейчас маны отопью. Подходите, кто там к кукле поближе. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1.
После переходки милики отбегаем от слизня, РДД добиваем. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Пельмени. Вы что, дауны? Падай. Да, да, падаем. Заходите в лужу. Здесь пальти. Дебилы, блять. Вы что, совсем невменяемые или что нахуй? Мне просто интересно, блять. Пять человек нахуй. Два пельменя в одно место, и вы там стоите впятером. Вы мне просто объясните, как это можно понять. Вы как дорогу переходите, блядь? Сука, я не знаю, блядь. Я в ахуе просто, блядь. Ресы лока. Не превращайте рейд в залупу, сука. Лучше стопните дамаг, свой хил, нахуй. Ну рейд фловый стоит, нахуй ловите пельмень, блять. Вы что, ну... Я не знаю, как на вас повлиять. Вам самим это приятно, нахуй, слушать? Мне интересно, Саша, ты это кому пишешь? У тебя что, проблема какая-то? У меня? А, я понял. Тогда пишем, бойт слишком агрессивный. А ты еще где-то видел Рэла, который хвалит за слаки? Нет, просто ему никто не дает. Я думаю, ты такого больше не будешь писать, да? Где ты агрессию видел? У тебя что, с головой не так что-то или что? Агрессия, блять. Вот если бы с Канобом походили в ЦЛК, вот там агрессия, блять. Но при том все по делу. Или мне, может быть, их надо как-то по-другому мотивировать? По головке погладить. Да какая Синдра, ну че, что там будет отличаться? Ну если упал, значит уебок. Какая еще может быть, ну, причина? А что, ну, а как ты нахуй, ну, будешь объяснять людям? Ты попиздеть хочешь, как Нурик? Ты Нурик, может быть? Я не понимаю, нахуй. Ты завязывай эту хуйню. Я чат, конечно, не читаю, но меня вот эта хуйня напрягает. Что значит стоп, бро? Что ты хочешь, из рейда сейчас дискуссию превратить? У нас там кто-то говорил про халявное ЕП 200. Было дело, но... Ну вот как-то не очень хочется. Все, кто пельмень. Все, кто пельмень словили, они все знают тактику. Если бы не знали, они бы сказали до босса еще. Я смотрю, ты весельчак, можешь тебя поменять. Мне что-то не нравится с тобой в рейде находиться. А я чехолся на сегодня телефон купил. Кто этот Саш такой? Чей кореш? Да, мешаешь. Прикольно такое. Либо ты сейчас завязываешь, либо я тебе... А камера возвращения жмет. Да, давай. Победил. Счастливо, нахуй. Слышишь, Бигдам? Я говорю, с покупкой. Заходите, кто там замена. Спасибо.
Да мне похуй, конкурент, не конкурент, долбоёб какой-то нахуй. Какой-то нежный. А как с вами нахуй еще? Ну вот вы в пятером стояли, пельмень ловили. Вот о чем вы думали? Так споров нет никаких, типа. Это у типа просто какая-то хуйня, нахуй. Ну, сладкий там... мальчик. Кроме него никто ничего не говорит. Ну, пидорок какой-то, блядь. Сладкий мальчик. Не знаю, нет, жена там дает, не... нахуй вот это писать. Да тролль ебаный, долбоёб какой-то, блядь. У меня, блядь, и жена, и трое детей, нахуй, мне вообще, блядь, похуй. А если, блядь, уёбки, ну, если челики ловят, ну, как сказать-то правильно, ну, ловят пельмень в пятером, нахуй, ну, как это комментировать еще, нахуй, я не знаю. Ну, пидорасы. Ну, что-то, да. Гондоны, да? Да, негры, негры. Уфу, осуждаю. Это... Только, только это, не подхватывайте эту хуйню, то я раздражаюсь. Я просто сказал гондоны, который сказал пидорасы. Где там замена есть? Топа ботаника, блядь. Ну, вот, а, заебись у вас там все, я так понял, да? Цветы поливаю. Я тут, если что. Давай, тут заходи. Я с сети. А, на ком ты? А, история? На роге. Бича поменяем, блядь. Так, бафы. Короче, это мораль такова, как это в фильме 3 икса Вин Дизель-то сказал. Не будь этим. Как он-то говорил? Пидро. Нет. Он на Рокус это сказал. Это на тот же Саш, нахуй. Покидай, покидай, блядь. Тебе пришел Симон? Да, да. Сейчас загружусь, только очень долго что-то. Не будь уродом, Дик. Дик, говорит, ведь это, другого-то образования нет, говорит, ну, типа, хочет запретить сенатор в штате компьютерные игры. Якобы они влияют на развитие детишек. Ну, походу, челик переиграл в игры, только в какие-то нежные, не суровые такие, знаешь. Ни Диабло не играл, нихуя. Ну, у чела, это, в Sims, я в Симсе. В Симс играл на туре. Да даже там можно всякую херню творить, агрессивно. Вы сейчас там воду наеблю есть. Он пока был, его девушка там бросила. Я понял, блядь. Вычислили заодно челиков, которые в Sims играют, блядь. И на траву моды тоже есть. Игра. Я играю, а чё? А чё я играю? Да. Проблемы какие-то? Да, всё, блядь. Нет, еще не было в конце рейда. Все готовы? Да, да. Даю отсчет, прием. Бафы дайте мне. Бафы дайте, пока за 3 секунды, бафы давайте. Всё, хуярим. Там на мистере кружок стоит. Если в чем-то не уверены, ну, забегайте в кружок. Если кружок словит, пельмень, блядь, ну, ему в хуяре тоже. Вот лужа, выходим. Нихуя сложного. Отбегайте, отбегайте. Это, когда разморозитесь, отбегайте от него. Не надо словить эту хуйню. Отбегайте и дамажьте. РДшники добьют. Главное, чтобы он близко никого не был. Вот кто там близко возле него стоит. Беритесь. Что говори, что не говори, нахуй. Не ясно нихуя, да? Ставь тотем Мидарк на ману читай. Зорд тотем. Берегитесь. Пельмень. Красный. Cast.
Берегитесь. Меняю шанс. Блять. Сталка есть? Ты что? Там сталка. Берегитесь. Красный пельмень. Ложь. Ложу добиваем. Будем стопать еще. Не успеем перевести. Зеленого еще побьем. Берегите. Так, стопайте по боссу. Пельмени лезь. Уведи босс. Злобный дай по зорду, Инер. Зорд что-то сману, у тебя быстро так садишься. 1% босса не бить. Зеленого бьем и еще лужу надо выпить. Дать кукле успеть. Вот эти максимально быстро пей лужи. Тут лужу сейчас выпьет и это и переводим. Бля, там бомба. Все, переводим, переводим. Все. Че я плюнул в него, ну. Ну на 4 стаках не забудьте забирать. Мистери, вот сюда вот, где в хэпал станет, перейди, мистери, и все остальные тоже сюда в кружок перейди. Здесь лужи разольем первые. Поближе сюда. Ага. Сейчас пельмени еще будет лететь, вот, метров 20 стоить. Бомбы. Так, вот лужа. Лужа в миликах вся. Сейчас они проведут, мы тут же стоим. Вот пельмени летят. Пельмени. Отошли от них. И туда же вернулись, куда они упали, вот сюда. Сколько стаков? 4 у него. Забираем быстрее. На хп давайте гимны. Вот тебе и 4, блять. Вот тебе и 5 на хп. Пельмени. Это называется ГЦ, блять. Почти вайп. И он еще отхилился, да? Mm-hmm. Так, значит, этот самый. Че там мутировавшая? Чума. Ну, поскорее будет забирать. Давай, забирай. Берегитесь. Пельмени летят. Да все, больше не бери, я дальше. Забирай, забирай. Там это, хук мастера есть, может, значит. А вы диван давали, что ли, нахуя? Да, да, я давал. О, так а что они сказали-то? Диван захиливает. Все, пускай дотанчивает тогда. Там люди умирали, пиздец. Да мы бы добили, только диван не надо было. Из-за этого он захилился. Ну ладно, добили, добили. Я перезабью, что-то жестко лагает. Угу. Завоеватель надо кому-то? Он мидарк тебе в подарок. Хаприста соберешь. Так, Кирсори. Ну а тебе? Тебе не давал вроде сегодня. Последнее желание. Тоже Кирсори. Будешь хилиться, заебись. Так, осколок. Забрал. Угу.
Ну что там, присты, друиды, есть оковы там по тактику. Да. Бля, сейчас запулю пак, блядь, опять минус ГП поймаю. Мне так страшно, пиздец. Боюсь оковы кидать. Ну тогда не кидай. А кого только на тактиков действуют? На всех. Five, four, three, two, one. Ой, тебя не заебал этого моба филять? Или по кайфу? Ну, блядь, лучше я буду моба унижать, чем он, блядь, будет весь рейд унижать, блядь. Давай я ему шакал дам, подпусти его, блядь, пусть сидит нахуй, чилит, блядь, весь бой, блядь. А то ему страшно, нахуй, ему жалко уже. На ачивку, нахуй. А похуй на него долту кинули. До связи. Да, было 3 друида, стало 2, бля, я понял, нахуй. Шансы понижаются, блядь. Так, вот рыба. Нет, вот. Так, кто там на ком? А без разницы, он пусть хукмастер, наверное, килисета держит. Врей. Прием. Похуй на врея, короче, дает что-то. 3, 2, 1. Пизды кто-то получит. Так. Даша на первый вихрь сейв. Угу. На второй есть еще, да.
genetic spawn. Не бейте, не бейте сейчас, бля. Не уешьте. Там агро нету, не бейте вообще. Не бей, уйди, мистери, уйдите все. Там 44 агро. Ждем лучше. Да, там много. Я напулил два раза у него, можно бить. Ну, блять, подбивать 65 сейчас. Талдорама уже бил. Все, идите уже. Ну, уменьшили в 90, это, на 90% генерацию и, блядь, ну, все, обрабатывались. Нормально. А ты там стоишь, бля. Кольцо кому надо? А что, ты хочешь сказать, ни окно не откроется, тварь, блять, во время боя или что надо? Я понял, нах. Чё с аддоном, нахуй? Чё за хуйня? Я такого не хочу. Прятать окно, да, открывается. Спрятать при входе, убрать галочку, нах. Пиздец, хуйню придумали. Так, кольцо. Что там, скорость, меткость? Так, покемон 50. Шапка на распыл. И плащ на танка. Так, у меня такой есть. А нет, у меня такого нету. Кому там надо? Себе на меткость. А тебе это зачем? На танк, на меткость. Мифик? Локу? Не, не мифик. А, это мне, короче, потом, когда я квесты буду делать, если там на танка, короче, одену в демона, там потом на... Короче, что такое. И плюс на БГ в демоне побегать. Вставай, рарник. Бля, я же весом.
рыцаря погулять отправим. Так, мой центр. Так, отже, давай треугольник. Геншин, давай луну. Так, шаманы, давайте позади будете. Что это? Кружок, бидон и зорд, ромбик. Это расстановка. Можете и сразу так ставить. Только сейчас пока не надо. Сейчас босса не спульте. Так, вот рыба. Это расстановка на взлетке. На взлетке не подходим к этим. Значит, по сейвам. На первой взлетке Лингрен дает. Геншин даешь зубы на себя и читаешь этот на хп. На второй взлетке я с хукмастером даю сейв. Это должно быть нормально. На пулы на хукмастера. Лингрен, главное, таунт не жми. Все четыре на пулы на хукмастера, не забывайте. То будет с укусами за лупа. Да, я даже правильно я выключил. Да не, не надо, там ты с автоатаки не сорвешь никак. Так, пожрем. Ой-ой, я даун, блять. А мы все в одной стоять, да, будем? Нет. Сейчас, секунду, саппорт возьму. Блять, второй раз. Поставьте кто-то ГБ. Я второй раз фласку выпил, нахуй, на силу атаки. Закашлял, нахуй. Пиздец, просто фласку проебал. Есть ГБ где-то? Не, забагалось. А вот. Так. Сопроты нам потом. Ну я пока выпью. Хлумабота поставил чинить. Если кто-то поломал. Так, всем проверка. Че, тебе сопрот? Ага. Все готовы, даю отчет. 2 1 2
Да я его породу. Ему ничего, кушу. Главное, хилов не кусайте, и нормально. Покемонич не убегает сейчас далеко от меня. С руля диспол. Я столько шо судор вышибал. Бидон ставь на ману, Мидарк, на ману, гим. Сбегайтесь, сбегайтесь. Алло, с лучами, блядь, бещи, вы чё? С красными лучами сбегаются, блядь, люди, чтобы они исчезли. Зорд, давай тотем, гетши на ману. Так, бегите. Сейчас фир скоро будет, готовимся. Все сейвы свои готовим. Курюка укушу. Я укушу. Он укушен. Кто свободен? Рарник. Да любого уже кусали. Миндарку кушал. Миндарку кушал. Все, Миндарку. Пакт, сбегитесь. С пактом сбегитесь. Ну ты куда блинкуешься? Покемонич нахуй, гусь. Ты что делаешь? Сука. Ну а кто нахуй? Ну куда ты блинкуешься? Развернула, я понял. Под пивом, походу, развернул. Бля, пиздец. Да не, может, он подумал, что это тени на нем. Может быть, может быть. Ой, бля. Я смотрю, челик блинкуется просто с пактом. Так. Вот. Можно один знак? Да, сейчас. Какой знак? Два покорителя, кто хочет знак? Одеялка. Можно, конечно. Подарок. Вот. Так. Все. Ну и хук мастер, да, нажимаешь. Знаки бесплатно, да? Да, без ГП. Да. Они мусорные, нахуй. Ну, чисто очень-очень редко, когда берешь офсет. Ну, я вот там на мишке, допустим, ноги брал на мастерство, чтобы... Либо капы подбить или что-то. Ну, редко. Сейчас это 4 мета. Ой, блядь, как вспомню, так вздрогну. Мне сейчас что, Вальку хилить, что ли, блядь? Угу. Пиздец, его. Мне то этот ставить на себя доспех. Ну да, наверное, да, конечно. Ставь. Больше от хила будет. А чё, Ворд не захилит или бидон? Зачем? Ну, они долго будут под хилить. Герой просто он залетит, даст. Не получится. Ну, я просто спросил. Упало посильнее, получается.
Милики, милики. Сейчас палы через лока хилят или как? Да по-разному. Кирсори... А, он в изгнании, да. История обрыгался, не успел. Обрыгался. А можно с вагона к Синдрагосе? К Синдрагосе? Нихуя себе. Мы еще Вальку не убили, блядь. А, понимаю. Все, вопросов нет. А что за вагон? Маг, который гуляет. Непонятно где. Маг, который гуляет сам по себе? Да. Мрэй? Да, я отстал. Отсталый? Ну, получается, отсталый. Все полезно. Куда деньги скинуть? Не любишь ты почту. Я понял. А чё ты хапалю из гильдии убрал? Не люблю почту. А чё ты отстал? Типа врождённый скинуть? Приобретённый, мне кажется. На Сирусе. На Сирусе тут чего только не приобретёшь, блядь. Вон всяких нежных Саш, мягеньких. Вон Войд третью вену на лбу приобрел. У меня уже вен нет. Одна сплошная опухоль, да? Смотрите там, не сдохните там, вихрей дохуя. Сейчас еще... Станьте хоть через раз полководцев эти. Роги ложные, ПКД жмите. Ну куда я одного полководца хоть ебану, блядь? На, нахуй. Видели? Нихуя щелчок. Как гласит поговорка известная, блядь. Нормально делай, нормально будет, блядь. Это касается Синдры сегодняшней, блядь. Здорово, Войд. Здорово. Как дела? Хуёво. Чё так? Да пидоры какие-то в гильдии завелись, блядь, нежные нахуй. А ты что, теперь по вечерам ходишь? Ну, в смысле? Ну, у тебя же, по-моему, обычно с утра ты в 12, по-моему, по МСК ходил. Это, ну, это ДВшная. Ну, я не знаю, я это... Я 2-2 сейчас работаю днем. И это... Ну, ДВшная 2-2, неохота играть как-то. Ну, рейды буду проебывать. Ну, ты узнал хоть, кто это? Стимбич, ну я же вижу, здесь. А ты жук. Да я и по голосу узнал, блядь. А чё ты... Это приятно. Ты где-то, по-моему, в Гудфазере, да, сидишь или где? Этот. И как она? Ай, Плюкс или что-то такое. Развалили же Фазер. Гудфазер разрывали? Не, да? Я же это, долго не играл в Войд, я где-то, перерыв у меня был чуть ли не год. А, нихуя. Я только-только вернулся. Но у меня гильдия сейчас по сибирскому времени, ты-то ДВшник вроде, а? Нет, мне наоборот приоритетнее вечером. Ну, сибирская это с 16 до 20 у меня, 6-7, это уже, тоже середина РТ. Ну, блин, печаль-то. Да, вот так вот. Ну, если вдруг помощь нужна будет, всегда шуми. Ага, ну хорошо, ты в DC есть, у тебя там роль, нет? Конечно. Ну, если что, смотри там и объявление рейдов, да и в канал просто заходи. Так. Окей, давайте, приятной игры, удачки. А, спасибо. Рад был услышать. Ага, кто-то хочет полетать? Кто-то, может, шаман какой-то? Я а уже. Ты что, хочешь выкинуть с балкона кого-то? Да не. Давай, бидон, полетаешь со мной, блядь. Пораздупляешься. А это... мы и так в обычке же. Да, мы так в обычке. Это... А где злобные? А вон бежит. А ну, одну минуту можно, пожалуйста? Тут сейчас проблемка маленькая. Все, отчет пошел. Ну давай, подойдешь, короче. 55, 54. Так. 52. А я чекал. Ну ладно, чекал.
Хукмастер, давай ты справа, я слева. Че, Уайт, на скольки стаках захилишь? На 50, да. Наверное. На 50? На 40 я тебе PS покину, захилишь? Нет. Точно нет. Там такие цифры не будут. Торгающий. У меня еще-то 10 нет. Ну, вроде есть 10, но я не одевал. Да и похуй. Ой, блять, порталы пиздец, дичь. Предошел у Бидона, спиздил портал, ебать. Сюда, к этой стороне слетайся. Сейчас зайдешь. Ага. Ой, блядь, че так медленно меня замедлили? Подожди меня, блядь. Хуя ты. Ебать, Бидон, нахуй. Сейчас, мать, это... На полет включил ауру. Слева свечка. Всегда в эту сторону летим. Не знаю, сколько стаков на мне там, посмотрите, на 15 на. 22 вроде. Ну, нормально. Если я правильно все понимаю. Карбузианский. Да, 22. Главное за один залет стараться все облачка словить, нормально будет. К порталу подходи, Бидон, заранее. А вон он че. Угу. Свеч, ключ, право. Если будет. Что, даешь поиск? 48 стаков. Ага. Слушай, ну не знаю, мне, наверное, еще надо будет зайти. 20 секунд. Не знаю, можно было. Хуй знает. Ну вот что там, 17 секунд. Не, лучше не рисковать, потом 2%. Пойду еще разок. Я уже выйду за. Ты не прожимался? Нет, кстати, да. Не прожимался. Ну вот, захилил бы, если бы прожался. Да, наверное. Надо было отдать крылья и триньку. Ну, сейчас одна. Сейчас уже не интерес. Берегитесь. По 260, по 270 тысяч нахуй хилит, нихуя.
Что там, блять, параша выпало, да? Я понял. Не, ну кольцо хорошее. Кольцо, да, неплохое. Сейчас, мне кажется, кольца берут все эти проковые. Так, кольцо хорошее. Ну кто-то, кто РП, Агилу там собирает. Кто это? Это я. Получается крипток. Ясно. Кстати, шмот, который на распыл отдали, никто не надумал, там, может, кому-то надо. Там а такая. Сейчас палить начну. Там такая параша, пиздец, шмот. Да. Так. Мейнстиллера и криптока еще. Так, с призом меняешься, хорошо. А, криптока тогда не своним. Так, ну потом плюсанешь на ИП этот крипток. Сейчас шуру суманем. Так, получается, что? 2 часа уже у нас прошло. Полчасика надо. Все, заходим. Все тут. Получается... Прибавните магу. Получается, что у нас?